Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, здесь я заберу наградушку. Так, ежедневки. Откройте набор карточек, используйте ускорение, совершить сделку. Сделку давай начнем делать. Очки доверия на Геликоприона. Вы серьезно? Это вообще такие суммы нереальные. Вот здесь можно, я думаю, поменять. Вполне. Давай смотреть дальше. Еда на ДНК, чушь собачья. Еда на деньги, тем более ерундистика. ДНК на 5 карт. Полет на дирижабле штурман. Нет уж, перебьюсь. Так, здесь у нас что? Каритозавр, диплокаулса. Можно, в принципе, на баксы, да, поменять одного. 5 долларов всего-то лишь. Смех, да и только. 5 баксов. Ну, главное, задание выполнили. Так, что у нас там? Откройте набор карточек, примите участие в PvP-сражениях, использовать ускорение. Здесь еще что? Награда какая-то. Ох ты. Получить 250 тысяч. Вдоль берега. Это будет следующее задание. А, улучшить это у нас, я понял. Это донат. Ну, доната у нас нет, поэтому не получится. Что у нас там еще? Наверное, ускорение, потратить хавчик, собрать моды. Моды. Вот, наверное, сейчас моды и пойдем собирать. Ну-ка, эволюция произойдет? Да ладно, вот так вот, с лету. Индоминус Рекс, ребята. Да-да, собственно, персоны. Ну что, прокачаем его? Ох, и прожорливый же он. Ё-моё, да, посмотри, просто псих какой-то. Я не знаю. Клетный, о. С ним лучше не шутить. 40-й уровень и велоцираптор. ДНК велоцираптора на 4000. Индораптор. Ёк-макарёк. Индораптор, наверное, будет вообще ужас какой-то. Ну, от этого, ребят, мне только хуже. Понимаете, да? Противников мне теперь будут еще злобнее выдавать. Так, давай-ка глянем. Че хотел глянуть-то? Я хотел... Ага, вот тут вот у нас. Ну, это тиранозавр мод 2. Кстати, можно будет его... Ну, улучшить. До второго уровня. Ну, что такое, ё-моё. Давай, наверное, так и сделаем. Пускай он эволюционирует. 2 часа всего лишь. Сущие копейки. Так, и здесь у нас еще... А, нет. Этот у нас еще созревает. Так, надо нам 3 ускорения там было, да? Сделать. Это у нас кто? Бонитозавр? Поместить. Это раз. Ускорение было. Это у нас будет... Второе ускорение. Ну, по 10 баксов что-то как-то... Что-то накладно. Вшпиливать по десяточке. Тут уже 14. Все. Забираем награду. Ничего нам тут не дают? Никакого свеж... Ага, вдоль берега. Стегоцефал. Дальше будет хавчик. Хавчик. Так, а здесь-то что у нас забирается? Ага. Завершите все ежедневки. Собрать моды. Моды пойдем собирать. За деньги. Поехали. Ну давай, эхо Москвы, что ты мне тут подсунешь? Отвлечение снижает показатель атаки противника на 15%. Следующее. Следующее нам общую слабость подсовывает. Так, давай тут посмотрим. Пять
переливания. Восстанавливает вашему существу ОЗ в размере 50% от нанесенного им урона. Слушай, ну это неплохой, неплохой мод. Перекачка, да? Значит так, нам нужно принять PvP сражение. В общем, все это сделаем. А теперь, так, секунду. Теперь давай-ка мы посмотрим, что у нас за события сегодня доступны. Белая мгла, схватка редких. Белая мгла, схватка редких. Легендарные битвы. Могучие деньги и махонькие ужасики. Махонькие ужасики. Ну, звучит добротно. А что там за махонькие ужасики? Блин, я хочу, наверное, пойти на махонькие ужасики, ребят. Знаешь, что я сделаю? Я тут за кадром играл, точнее, как сказать, за кадром. Я играл, ребят, но запись не получилась, поэтому это получилось почти за кадром. Я получил нового... Сейчас, секунду. Нового себе животное с кайнозойской эры. И вот я хочу сейчас поставить его, выводиться. Это у нас саблезубый тигр, по-моему, смелодон. Так его увеличать. Ты пижар, как это нечестно выпало. Вы... Серьезно сейчас? Так, давайте мне в конце какую-нибудь хорошую карту. Эйниозавр, он у нас есть, а тут что еще? Еще и пак какой-то. Ох ты, ох ты, ох ты! Эламбия, ребята! Вот это я понимаю, вот это фартик. Вот это фартик. Такс. Эть! Очки двери больше нету, блин. Стигимолох. Я хочу, ребят, получить стигимолоха. Но нам нужны очки доверий. Очень нужно много. Ладно, это я за кадром уже посмотрю видео. Наберу немножко тут. Сам понимаешь, чего? Выводиться. Да, нам надо поставить выводиться. Так уже тут получается у нас приличное количество, кого я могу выводить. Тут и смелодон будет. Вот он. Вот он, друзья мои, смелодошечка-то. Как раз 6 дней, 23. Неделю он будет выводиться, ребята. Неделю. Но он того стоит. Он того стоит, поверь мне. Наверное, он того стоит, потому что это бриллиантовая лего. Так, тиранозавр. Вот, вот это вот Эламбия. У меня ее нет, поэтому, естественно, ребята, я буду ставить выводиться. Я всегда рад видеть в своей компании новых динозавров. Ребят, очень рад. Тем более, если это легендарный, то это вообще. Эйниозавр у нас, насколько я помню, по-моему, есть 10 уровня. Нифига, 6 дней, 23 часа. Эйниозавр, если не ошибаюсь, он у нас есть. Давай проверим. Все существа, травоядный. И смотрим. Он у нас... Да, вот он, друзья мои. Эйниозавр. То есть, в принципе, мы прокачаем его до 20-ки. Также я вот вчера прокачал терезинозавра до 20 уровня. Ну, это же прекрасно. Это просто прекрасно будет. И Эламбия у нас откроется. А что, у меня диплодока нету? А, ну я из диплодока сделал анкилодока. Понял. Так, ну что, маленькие ужасики нас поджидают или что? Или вначале белую мглу? А в белой мгле у нас кто? Ну, в принципе, блин. Вот все испортили. Только думал, что там нормалек все будет. Начали показывать какую-то ерунду. Это у нас с кайнозойской эры. Ладно, ребята, я попробую сейчас. Здесь рулят снежники. Снежники, подснежники. Давай возьмем, наверное, шерстистого носорога плюс мамонта. Ну и возьму, на всякий случай, Керенкина. Так, чтобы разбавить кислоту. Поехали. Я больше уверен, что здесь наша будет победа. Так, энтелодон. Я сразу его бомбить начинаю. У нас все равно классовое преимущество идет. Я не думаю, что они тут будут прям выпендриваться. Давай, что там журчишь? Как ручей какой-то. Так, если он взял защиту, то мы ее пробьем. Да. Прекрасно. Энтеларакс выходит у нас. И что он сейчас сделает? Ну, 128 к атаке, даже если он 2 потратит, не пробьет. Он все равно, ребят, нас не пробьет. А вот мы его можем очень даже хорошо уничтожить. А, не, не получится. Хотя по 303... А, ну да, там на 900 натянули. Ну и Энталандон, этот-то, конечно, нас забьет сейчас. Забьет. Но нам остается только лишь ответку впаривать ему. Да это будет уничтожение. Молодец, мамонт.
Ничего, скоро к вам придет еще один саблезубик. У нас есть как бы один, да? Но будет еще один. Но все равно вот мы слабоваты в плане того, что вот 10 уровень как бы это не особо сильный показатель. Так, Рематерий. Против Рематерия мы возьмем Гасторниса, я думаю. Да, я думаю, что он хорошо зайдет здесь. Архофицион. Здесь мы... Блин, тут тоже придется брать. Че? Рутинотериума тогда возьму. И... Снежника. Телокосмила, что ли, взять? Или тут хватит синтета Цераса? Давай возьмем. Слушай, я, наверное, даже сделаю не так. Так, против них. Ну да, тут все нормально. Блин, ну неужели брать этого, а? А, уговорили. Ладно, возьму. Возьму. Начнем сразу с атаки. Сразу уничтожаем его. Архиефицион, 91 к атаке. Ты смеешься, что ли? Гасторис, ну-ка. Дай-ка ему по хребту лопатой. Брал защиту? Брал. Значит, отдупляйся. Так, Элосматерий. Да, для меня, честно говоря, это неожиданно. Зачем я вот этих двух... Зачем я вот этих всех брал, а, ребят? Скажите мне на милость. До свидос. Блин. Одним Гасторнисом порвал всех, ты понимаешь? Одним Гасторнисом. Сам не ожидал. Ну, так вот получилось. Так, Уинтотерий. Так это у нас... Сколько ты стоишь на откатке? 38. Пью, сущие копейки. А вот, ребятушки, и Смилодончик тут подкрадывается. Против него пойдет Пагноктус и... Архиофицион. Здесь, наверное, мы возьмем Индрикотерия. Вот так вот. Вот так я хочу подраться. Вот так вот. Да, Интотерий это еще тот плешивик. На. Но поменялся, он поменялся, друзья. Он думает, что я это спущу все на тормозах. Нет, не спущу, нисколечко. Так, он меняется. Ой-ой-ой-ой-ой, вырубит сейчас. Пагноктус, выползай. Твоя задача влупить по полной программе ему. Да, тотальное уничтожение. Выползает Архиофицион. Естественно, друзья мои, он меня не пробьет со своими 180 атаками. Пс, сдуется. Надо рвется, пупок развяжется у него, понимаешь? Рискуем. Ай-яй-яй. Ну, он тоже не особо тут сильно мне сейчас звезд... Хотя он, если 4 атаки потратит, что он, в принципе, дуралей и делает. Это его выбор. Друзья, это чисто его выбор. Дальше мой этот просто размозжит его. Просто в труху его, в порошок разотрет и выкинет. И у Интотерия этого тоже мы с тобой в порошок растерем и выкинем. У него 228 хпшки всего лишь осталось. Он думает, что он отсидится. А вот балалайочку, не отсидишься ты. Да, друзья. Ну что, мы прошли с вами это событие. Это очень хорошее событие. И я надеюсь, что нам что-нибудь нормальное выпадет. Что там у нас есть хорошего? Я бы не отказался от пака. Ну, почему не Астафриказав? Почему джетс этот выпал? Блин. Мне этот джетс даром не нужен, блин. Выпадает, дают его вечно тут. Забираем. Так, завершите. Ага, примите участие в PvP-сражениях на любой арене. А тут еще, смотри, купите билеты на розыгрыш призов. Пройдите 20... А, тут тоже у нас идут эти... Пройдите схватки. Выведите 10 птерозавров. Соедините 8 водоплавающих. Такие простачки. Типа, это так все легко делается.
Блин, ну как же я доволен, а, ребят, Смелодоши, Эйнозавр и Аламбия, отлично. Так, здесь Тиранозавр М2. Ну, он быстро, ребят, 2 часика всего лишь, он будет у нас в кармане. Хотя не факт, что он выведется сразу же. Такой сразу, Рэй, я готов к бою. Балалайку, он скажет, а не к бою. Так, друзья, я смотрю, у нас 503 доллара, это знаешь, что значит? Почему такая долгая прогрузка, твою же, налево? Что я сделаю заказ. Хотя, подожди, давай-ка мы это сделаем в конце, если что. Я хотел на расширение территории подать. Но подумал потом, а вдруг нам надо будет откатывать каких-то динозавров и там тратить монеты. Легендарные битвы. Что у нас тут за легендарные битвы? То есть это чисто легенды, да, будут драться? Да, это все легендарные карты. Вот кого надо будет соединять. Скафагната еще. Потом Эйнозавра. Тиранозавров тоже будем соединять позже. Шуноза... В общем, есть кого соединять. Надо будет только ждать. Могучие деньги и вот махонькие ужаски. Пойду-ка я, наверное, на махонькие вот эти вот ужаски. Пирораптор, Велоцираптор и Ихтиостега. А что-то мне подсказывает, здесь будет достаточно одного диплотатора. Даже не так мы сделаем. Фью, подожди, мы тут... Так, так, так. Сейчас, сейчас, сейчас. У нас тут... Капразух. Капразух, в принципе, может пирораптор просто перемолоть и выплюнуть. Велоцираптор, я думаю, тоже он сможет справиться с ним. А вот против их Ихтиостеги его взять можно, например... А, нет, подожди, против их Ихтиостеги надо взять летуна. Так, ладно, против этого возьмем Сикодонтозавра и блин, Скафагнат этот. Переконнектерикса, все, ребят, все, не уговаривайте. Ничего не слышу, ничего не вижу. Все, что взял, то взял. Не колышет меня. Больше ничего. Я сделаю атаку. Да, я, конечно, думаю, что он сейчас возьмет Ихтиостегу, и Ихтиостега просто меня порвет. Да. Хотя не сразу порвет, но порвет. Так, Пеликаниптерикс, давай, уходи. Потому что этот слишком тут много о себе чего заманил. Бомбани его, пожалуйста. Поставь его, так сказать, на место чуть-чуть. Он сейчас побежит жаловаться. Угу. Да ладно. О, парнишка, ты подписал себе смертный приговор. До свидос, Кальвадос. Ну что ты там пыхтишь? Трать давай две атаки. Сейчас мы с тобой разберемся. Твою налево, разберемся ли? Должны, ребяточки, должны разобраться. Сколько он там сделал? Ну, две, одну оставил себе на запас. Придется все сливать, наверное. Да, я правильно сделал. Ну, а пирораптор полный сосунок. Здесь-то, конечно, он выкрутился. Но вот здесь как он будет, я не знаю. До свидос, Кальвадос. Все, ребята, победили мы. Но это был только первый поединок. Дальше будем смотреть, кого нам там подсунут. Махонькие, блин, ужасики. Так, Уинозавр. Ну, здесь понятно, здесь можно любого взять хищница. Я думаю, даже Алангозавр не побрезгует его раздолбать. Так, против Диметродона выйдет у меня, наверное, Диплотатор. А вот против Диморфодона Афиокамим. В принципе, да, ребят. В принципе, Афиокамим. Да, Уинозавр, конечно, крепкий малый. Придется тут с ним попыхтеть, если честно. Только бы он не начал тут прыгать и скакать. А он скачет и прыгает, ребят. Диморфодон, вот это плохо. Атаковать не стал. Так, неужели он сейчас возьмет этого? Он возьмет, ребята, и уничтожит.
Опять нам повезло, не стал ничего тут уничтожать. Ну что, влупим? Под Полтавой. Эх, выживет чутка, ребята, чутка выжил. Сейчас он поменяется на Диморфодона, скорее всего. Сам решил бомбануть. Он все слил. Все он слил по атаке, ребят. Такс. Раз, два. Раз, два. Поехали. На-ка, хлыщ. Вот здесь проблемка. Диморфодон. Если он сейчас все сольет, будет беда. Он так и делает. Твою дивизию, он так и делает. А, была не была. Поехали. Сейчас мы посмотрим. Ой, назавр. Как он распорядится своими очками? Ну, два-то он оставил. Раз, два, три. Вот так вот я сделаю. Шесть. Выживем. Выжили, ребята, все. 10 хп, это вообще ничтожество, 10 хп. Фу, нам повезло, друзья мои. Очень круто, мы его забомбили. Дорогого стоило, если честно. Я весь прям изъерзался, изнервничался. Ну что, Карнораптор, Спинораптор, Ту-2 и вот Крутозавр, это, конечно, жесткий типок. Мне нужно вот с этим разобраться. Значит так. Возьму Нундагозавра. Возьму на всякий случай Эдиуморфодона. И чтобы не нагнетать, у меня Спинораптор 30-ка. А? Как тебе такой раскладец? Нет, чтобы не нагнетать, я, наверное, еще возьму. Твою налево. Как тут лучше поступить-то? Топиелозавра взять? А, давай топиелозавра возьму. Черт его знает, вдруг что-то пойдет не по планам. Ну, сам понимаешь, да? Сразу с атаки начнем. Он побежит за крутозавром. Скорее всего. Ну, естественно. Да, крутозавр бомбит, конечно, не кисло. Давай. Морда лягушачья. Мой ход, конечно, мой ход. Чуть-чуть, да, не добьем. Чуточку. Ладно, ничего страшного. Он тоже нас добить не сможет. Хоть или сможет. Смог. Он все слил. Ее морфодон сейчас ему хорошо пропишет. Спинораптор выполз. Абсолютно ничего не стал делать, да? Абсолютно лишь. Дело его, потому что я сейчас буду кромсать. Рвать и метать. На. Ну и Карнораптор за булдыга вылез. Возможно, сейчас уничтожит. Если брать по 200. Да, он бомбанет мне Нундагозавра. Ну а тут Эдиуморфодон 265 хп пробьет. Как пуля. Со снайперки. Все, ребят. Не осталось от Карнораптора ни, как говорится, ни ушей, ни ножек, ё-моё. Так, и еще, да, по-моему, последний поединок у нас будет. Да, последний поединок. Тут у нас Гуайлу, Ньютораптор, Крутозавр. Я смешнее поединков не видел. Просто, ребят, 77 к атаке. Ну, они что, поиздеваться надо мной решили? Ну, давай возьмем Метриакантозавра.
Серьезно. Возьму сфинокодона, а вот здесь, вот, вот здесь именно, 10 уровня крутозавр, я возьму, ну, чтобы не искушать судьбу, Веню Морфодона вот этого. Нет, 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 не Эдю Морфодона, а Птернодона. Вот так вот будет пошустрее и посолиднее. Сразу, сразу вырубает его Щеглазадова. Так, это раптор, естественно, он побежит сейчас. Крутозаврик, прикрой меня. Прикрой меня. Нет, не стал. Ну и я не буду. Две защиты поставил. Эй, хлыщ. Хлыщ. Ну, тут уже серьезный подход. Так, Птернодоша. Пора. Одну защиту он себе ставил. Поэтому вот так вот сделаем. Чпок. Отлично. Юта-раптор, ну что ты сделаешь-то? Ну что ты вот сделаешь против 1500 хп своими 97 атаками? Посмешишь меня только? Давай, влупляй. Ну вот и все. Волосатая ящерица упала, а наш Птернодон, как говорится, победил. Давай награду смотреть. Рулетка тут или что? Пак. Хавка, хавка. Шунозавр, да? Точно, ребята, это шунозавр. Их у нас уже очень много. Та-та-та-та-та. Подожди секундочку, а мы... Погоди-ка, завершить... Ага, мы ПВПшки еще не сделали. Вот оно что. Кто там хоть у нас бегает-то? Ну, этого, я думаю, я, наверное, сам поймать смогу. Наверное. Да? Брюхоглот. Что ты там сразу? На бочок он лег. Нравишь? Нравится, да? Тьфу ты, блин, ненавижу вот эти вот. Ну. Замечательно. Так, главное сейчас не сдурковать, все будет отлично. И последнее. Замечательно. Идеальная поимка. Идеальная была поимочка. В чем там? А, события. Так, могучие деньги, могучие деньги. А что это за схватка редких? Три поединка, это... Ого, Тиранозавр мод 2. 39-й. Почему сразу не 40-й? 39-й, типа... Да, мы не 40-й, но мы 39-й. А тут чисто легендами драться. Угу. И специально сюда Зухаритера поставил. Блин, а у меня нету этого, да? А, тут чисто легенда. У меня нету рептилий. Ну, я пойду тогда могучие деньги, ребята, выбивать. Из этих хламонов. Возьму, наверное, здесь кулазу. Нет, кулазуха я брать не буду. Возьму диплотатора и... Кстати, диплотаторов тоже нужно прокачать. И возьму, например... Карнораптора. Так вот. Деньги лишними не будут, поэтому будем выбивать. А потом три арены сыграем. Ну, в принципе, и все. А что у меня, не понял, диплотатор такой... А, 10 уровень. 10 уровень диплотатора, блин. Твою ж налево. Он сейчас жарит. Две атаки, наверное, да? Ну, тут мы его уничтожим сейчас. Все. Так. Афиакадон. Выполз. Явился, не запылился он тут, понимаешь ли. Карнораптор в бою, цепной пес. Тут и одной атаки, в принципе, было бы ему за глаза и за уши, но... Так как у нас есть энергия, могу себе позволить, да, бомбануть. Все-таки могучие деньги. Ты что, название такое, могучие деньги, 3 рубля получишь, могучие деньги, ё-моё.
Опять этот зависон, слышишь, по звукам. Так, ну что, я не знаю, возьму, наверное, диплотатор вот этого. И карнораптора. В принципе, та же самая схема. Один в один. Ну давай так сделай, фикси. Ну чё, толстобрюх. Атакуешь, да? Ему крышка уже однозначно. На, паршивец. Ну что ты, ну ты уничтожишь, да, я не спорю. Ну а дальше-то карнораптор, опять же карнораптор тебе сосунка и такого уничтожит сейчас. Давай, радость моя. Шпаль. Вот и все. Загибули до свидули, как говорится. И переходим дальше. На последний бой. Последний бой. Вот и все, вот этого берем. Ну, давай еще вот так вот. Допустим, кулазух и диплотатор. Ты понимаешь, что здесь сразу выносим ему мозги с удара? Ну и что ты сделаешь, парень? Почти 1700 хп. Ну что тут со своими... Ой! Глаза мои не видели, что ты творишь такую дичь. Иди расслабься, полежи маленько. Подыши свежим воздухом там где-нибудь под деревом кокосовым. Все, ребятули. Что хотел, то и получил. Забираем с тобой могучие деньги. 3 рубля. Давай. Ну по соточке, грубо говоря, натикало. Тут еще очки доверий прилетели. Так, ну теперь, хочешь не хочешь, надо нам ПВП поединки сделать. 3 штуки. Поехали. ПВП так ПВП. Начнем с водной. Возьму, наверное, Артакантуса, Хайнозавра и Рамлезавра. Поехали. Кого они мне тут подсунут? Давай посмотрим. Так, что-то как-то слишком круто подсунули-то мне. Да. Меняет. Не знаю, к чему тут, ребят, все это дело приведет. Какой ты мегалодон страшный, а? Твою же налево. Если бы я такого увидел даже где-нибудь в гигантском аквариуме, я бы штаны бы наложил бы сразу же. Или вот такую вот фиговину увидел. Тоже, ё-моё. Лучше бы мне не стало, это однозначно. Я не знаю, может бомбануть, не бомбануть. Вот, черт узнает, как тут лучше сделать. Ах ты, жук навозный, а? Сейчас поменяется и разнесет в хлам хайнозаврика моего. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, ребята, он не стал делать никакого разноса. Да я попробую все-таки бомбануть. Все солью. На. Так, а тут, по-моему, еще будет классовая слабость. Да, друзья мои, классовая, блин, слабость. О-хо-хо-хо-хо. 6 очков 10. Так, ему достаточно 2 слить. 4 остается у него. Я проиграл, видимо, эту битву, друзья. Да ладно. Ну он сейчас, ребят, у него, знаешь, сколько будет очков? 8 там точно, тебе говорю. Ага. И вот чё? Чё делать? Тут понятно, тут хайнозавру крышка моему. Оу, ноу, 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 ноу. Ой, ребята, классовое преимущество.
Раз, два, три. Классовое преимущество здесь. Твою налево, если бы я знал, что убил. 4 защиты, прикинь, взял, а? Ты сейчас серьезно? Была, не была. Все, фейл. Наверное, да? Или нет? Ух. Ух, ребятули. Нормально. Ортокантус показал, где раки зимуют. Ну, опять же повезло, ребят. Я рискнул, и нам просто повезло, что он не взял защиту. Ну, он взял защиту, но мы ее пробили. Фух. Шик и блеск. Так, приз любителя. Оп, 40 очков доверия. Оп, в карман полетело. Замечательно, так, давай. А, ну еще рекламный тут. Дай какой-нибудь легендарный пак. Есть такой тут? Нет, там только есть легендарный хмырь. Давай, пошли дальше. Раз, два, три. Раз, два, три. Смотрим. Смотри, кстати, у нас что у гигантского Артакона, что у Генодуса абсолютно одинаковые ХП и атака. Я только сейчас на это обратил внимание. Тьфу. Так, кто там? Ризот первый, да? Ризодушка, компотушка. Я, наверное, шмальну разок. Да, ничтожно мало, конечно, отнял, но все-таки. Ризот будет меняться или как? Это интересно. Это интересно, что он там задумал. Неужели меняться будет? Может такой пока сделать. Ну что, я готов, ребята. До свидания, товарищ. Твою дивизию лептостега, чтоб тебя разорвало. Ну, потратит одну всего лишь. Одну атаку. 1200. Лептостега, лептостега. Артакуна надо будет брать. Как ни крути. Не-не-не, Генодус, ты подождешь пока в сторонке. Вот кого нам надо брать. И влуплять. Не влупили, к сожалению. Естественно, сейчас будет бояться. Нифига тут атака у нас такая идет. Чего? Упс. Так, а у нас против... Твою налево, у нас классовая слабость идет. Ёпарасете. Я не смогу его пробить. Вот этого супостата я не смогу пробить. Тыща! Куда? Да, ребят, он сейчас все сольет, и он в любом случае меня пробьет. Декодерма плешивая, ты посмотри, а. А что-то я так... Ну как тот-то бомбанул? Я на расслабоне ждал, думал, что все будет тип-топ. Угу, вот тебе тип-топ. Вот тебе тип-топ. Разнесли меня как хлам какой-то ненужный. Выкинули на помойку. Вообще неожиданно. Как тот по 400... 4 атаки сделал и вырубил меня просто. 2200 просто, как, знаешь, ветром сдуло. Что за вызов? Чтобы открыть, необходимо использовать ДНК. Что это такое? Чашки труд? Что это вообще? Подожди, я не понял, что надо сделать там? Блин. Отвлекает. Так, здесь забираем награду. А, вывести. То есть выводить надо.
Я еще, хочешь сказать, не сделал, да, ежедневку? Нет, не сделал ты еще ежедневку. Тебе нужно еще делать один бой. Понятно, ё-моё. Давай вот это вот. Раз, два, три. Блин, мод еще. Переливание не хочется, ребят. Давай путы. 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 Закалка что там делает? На 20% УЗ. Давай так сделаем. А вдруг у него будет какая-нибудь там гадость, шмакость. Была не была. Сейчас рептилию какую-нибудь возьмем. Ну, в принципе, рептилию мы можем заклевать. Но, что, уснули там? Здоровски, блин. Просто великолепно взял всех этих летунов. Нет, вот здесь вот. Слабость он делает. Чего? Да. Все-таки решил атаковать, да? Хлыщ. Все-таки решил бомбануть, а? Ну-ка, пробьем мы его. Окей. Топиелозавр. Ему придется слить все. Все свои две ничтожные атаки. Давай, что там дергаешься-то? Дергается он. Так, Индоминус, давай. Тут для тебя веселушка пришла. Сможешь справиться? Точно сможешь. Не сможешь. Так, 700. Это 800. Ребят, он сейчас все сольет. Он прижучит меня сейчас. Ну, дальше, конечно, будет все немножко по-другому. Сейчас прижучу его я. У нас тут классовое преимущество будет. Классовое преимущество, то есть... Анкилодок. Погоди секундочку. 576. Ёк-макарёк. Если он сейчас влупит, ребята, по-моему, нам кранты. Я в шоке. Какой-то анкилодок, ребята, 39 уровень. Просто раджастигу разорвал в хлам, в мясо. В ничтожество. Да. Я еще раз говорю, никогда не стоит недооценивать противника. Никогда, ребят. Ну, в принципе, и все на сегодня. Да, ребята. Пойду я активирую там ландшафтики. Аж две штуки я закажу, наверное, да? Да. Две штуки закажу. Пускай прокачивается уровень у нас. Ну что, друзья, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.